В следующей серии не одна, а две девушки покинут проект. Несколько девушек сознательно не будут стараться тщательно выполнять указания инструкторов. В следующей серии мы увидим новые фотосессии, где участницы будут использовать все свои навыки позирования, а неудобные декорации только добавят сложности. Одна из фотосъемок будет происходить на свежем воздухе в сельской местности, о чем можно судить благодаря наличию истогов сена и еще кое-кого. В анонсе сказано, что статисты едят реквизит. Статисты – это обычно актеры массовых сцен. А здесь имелось в виду, что в этом выпуске это коровы и козы, которые будут есть сено. Однако не все девушки будут рады такому знакомству с деревенскими животными. Кроме того, внутри женского коллектива назревают новые конфликты, которые вновь доведут некоторых участниц до слез. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!